хочешь посмотреть наш маленький склад? Слышал, у вас были неприятности с Грифоном. Это мягко, сухо сказано. Он убил нескольких солдат к северу от Вронец. Люди пошли жаловаться к барону и уж так причитали, что тот даже награду положил тому, кто Грифона убьет. Очень кстати. Мне пара крон пригодится. Однако... Ведьмак есть ведьмак. Вот честная плата за честную работу. О, Геральт! Бывай. Добро это. Ох! Быстрей! Скажу! Все скажу! Где покажешь? Че! Хворобка какая-то меня. Геральт, спасибо за все.
Привет. Позволь. Прощай. Только ведьмака этой братве не хватало. Сечь, черных сечь! Как все это кончится? Когда Герли, ты ко мне цепляешься. Геральт из Ривии, живой и здоровый. Говорил, у тебя какие-то проблемы? С Бьянкой. Она взяла пару людей и ушла за реку. Бить нильфов в Еворнике. И что? Вроде партизаны этим и должны заниматься. Да, если им приказали. А я запретил ей покидать лагерь. Бессрочно. Ты больше не доверяешь Бьянке? Ты что? Она за меня умереть готова, не в этом дело. Знаешь, чем отличается солдат от обычного головореза? Мундиром? Я серьезно. Это был риторический вопрос, так что вместо того, чтобы спрашивать, лучше просвети меня. Солдат мыслит тактически. Он знает, когда нанести удар, когда отступить, когда идти в атаку, а когда ждать. У Бьянки с этим проблема. Она горячая, порывистая. А в партизанской войне один неверный шаг, и все пойдет нахер. Я приказал ей оставаться в лагере, потому что боялся, что если она пойдет на дело, то наделает бед. И я был прав. Зачем Бьянке этот Еворник? Понимаешь ли, тамошние мужики нам как-то помогли. Нильфгардцы об этом прознали. И теперь появилась информация, что они собираются устроить карательную экспедицию. Повесить каждого пятого. Или что-то вроде того. Кажется, я понимаю Бьянку. Непонятно только, почему ты против. На войне умирают люди. Не только солдаты, но и гражданские. Всех не спасешь, вот и все. Мне казалось, ты идеалист. Ты не ошибался. Только у меня один идеал. Свободная Тимерия. Ради него я пойду на все. Ладно, у тебя проблемы с дисциплиной. Я-то как могу помочь? Не думаю, что Бьянка вошла в деревню. Скорее, она с ребятами засела в соседнем лесу. Надо найти ее, пока она не пошла в атаку, и остановить. Ты мастер читать следы. Помоги мне. Можешь на меня рассчитывать. Спасибо, Геральт. Я твой должник. Тогда встречаемся в Велине под деревом висельников. Оттуда до Еворника рукой подать. Ведьмака этой братвы не хватало. О!
Ты меня достал, Седой. Ведьмак ведь не может острый заразить, а? Деревня внизу. Там уже черно от нильфов. Они казнь готовят. Бьянки не видно. Она порывистая, но не дура. Ждет удобного случая. Может, хочет ударить после захода солнца, когда... Тш-ш-ш. Что еще? Люди трое, легко вооруженные. Пытаются подобраться поближе. Там у... Смерть черным! Атма Кирхе! Похоже, мы опоздали. Надо ей помочь. За мной. Ну что ж, как угодно. Твою, ты рехнулась! Ты игнорируешь приказы, идешь на самоубийственное задание, и вместо того, чтобы надеть кирасу, ты лезешь в бой в рубахе, раскрытой до пупа, сиськами наружу! Ты мне не отец, Роше, и не тебе говорить, как мне одеваться! Я твой командир, и ты будешь меня слушать! Ты по-прежнему в армии, мать твою, за ногу! Я не могла их бросить, они нам помогли! Дело солдата, Бьянка, убивать, а не спасать. Если тебе это не нравится, иди к сестрам Милители, учись на знахарку
Ёбаный хер! Давай оружие. Получишь обратно, когда образумишься. Если образумишься. Идем. Фран. Ого. Похоже, вы взяли пленного. Мы пленных не берем. Роше, ты забрал мой меч, но я и так справлюсь. Оставь его. Хватит здесь трупов. Что? Ты меня слышала? Да, и я поверить не могу. Он пришел, чтобы убивать гражданских. Он нас видел. И ты дашь ему просто так вернуться к своим и все рассказать? Имгыр и так знает, что мы убиваем его людей. Пусть увидит, что мы умеем проявлять жалость. Роше прав. Кроме того, убить безоружного... Роше, да что с тобой? У тебя яйца отсохли! Это же садисты, оккупанты! Я потом объясню. Ты, Нильф, вали отсюда! Морантайнг, сдирмандава. Иди, пока я не передумал. Ладно, идем, пока патруль не появился. Спасибо, Геральт. Если вдруг что, ты знаешь, где меня искать. Здравствуй, Эйвор. Здравствуй, Геральт. Чем могу помочь? Будь здоров. Боги! Костлявая! За мной пришла! Какие-то проблемы? Одна, сука, сплошная проблема. Ну а тебе-то что? Ты еще кто? Геральт из Ривии, ведьмак.
Меня прислал Родовит. А, так мы тебя ждали. Не вижу особой радости. А чего ты хотел? Мы сделали половину дела, а вся слава достанется тебе. Говорят, вы не могли попасть внутрь. До вчерашнего дня. А потом нашли вот это. Вроде ничего особенного, но сила в нем огромная. Он открывает вход. Вы молодцы, сберегли мне время. Рад, что смогли помочь. Что там внутри? Да чего только не. Это древнее эльфское святилище. И ведьма Эльхард над ним тоже поработал. Видишь, эти угодили в магическую ловушку, а потом на них напали чудовища, едва ноги унесли. Там еще остались твои люди? Вошло туда больше дюжины, а вышли только эти. Остальные, надо думать, мертвы. Думаешь, Филиппа все еще внутри? Мы не знаем. Но была там. Это наверняка. С чего такая уверенность? Мы охотимся за ней с Локмуина. Мало было вырвать ей глаза. Родовит должен был ее на месте прикончить. А так она превратилась в сову и сбежала. Через Каэдвен, Реданию. И в конце концов оказалась здесь. Ну, посмотрим, где там Филиппа. Не думай, что мы туда полезем за твоим трупом. Как думаешь, найдет? Где-то должен быть механизм, отпирающий дверь. Не хватает одной ключи. Личное убежище для совы. Здесь не развернешься.
не активирован. Получится его включить. Должно заработать. Не подходи! Убери, пока не поранился. Постой! Ты ж тот ведьмак! Это ж тебя король обещал прислать! Вроде того. Теперь-то ты понял, что тут опасно? Ждал бы лучше наверху с остальными. Ни за что! Эти трусы сбежали, едва завидев чудовищ! Но я покрепче буду! И потом тут такое должно произойти. Я узнаю, что именно, и родовит это оценит. Он возвысит меня, а может и медаль даст. Думаешь, Филиппа еще здесь? Пойди знай. Сколько-то пещер мы обыскали, но тут же сплошные закоулки. Спрятаться легче легкого, и не только сове. И что, по-твоему, должно здесь произойти? О! Подробностей не знаю, но я нашел записки Филиппы Эльхард. Там про Эду Эмиан, Маргариту Луантиль, Франциску Финдобаир и Френгелью Вига. Я так понял, они собрались тут встречаться. Ладно, давай выведем тебя отсюда. Я уже сказал, ни за что. А кроме того, я выломал элемент питания у телепорта. Придется ждать, пока за нами придут. Никто за нами не придет. Дай мне кристалл, и я выведу нас отсюда. Там же чудовище. Я тебя защищу. А если не сможешь? Будь послушным охотником, отдай мне кристалл. Я послушный охотник. Бери. Интересно. Филиппа провела вас какой-то женщиной. Сомневаюсь, что Филиппа держала птицу. Она превращалась сама. Ну, попробуем. Еще один неработающий портал. Элемента питания нет. Может, накером приглянулся. И еще одно перо. Сомневаюсь, что Филиппа держала птицу. Она превращалась сама. О, Мэтт. Куда он видит? Элемент питания
конечно. Как без стражи. Стол, пара стульев. Скромный, но все-таки дом.
телескоп. Плавился, весь в копоти. Может, какие-то кристаллы уцелели. Записки. Сожжены почти дотла. Ничего не разобрать. Это что? Они свое семя, береста. Это сильные обеззараживающие. Окровавленные хирургические инструменты. Филиппа проводила тут какую-то операцию. Агаты. Филиппа всегда носила такие на шее. Только почему они в крови? Она с кем-то дралась? Или использовала их в своих экспериментах? Кристалл из мегаскопа. Сильно поцарапанный. Рис придумает, что с этим идти за ним. Прямо впасть к чудовищам? Я решил, лучше подниму. Ты жив? Нашел что-нибудь? Сожженные бумаги, гнездо накеров, крыс. Ничего интересного. Что-то мне не верится. Это твои проблемы. Ты ошибаешься. Схватить его!
Во-во-во-во-во, не тушься, меня не запугаешь. Да здравствуй, да здравствуй. Это корабль его королевского величества Радовида V, короля Редании. Что ты здесь ищешь? Я хочу увидеться с королем по делу Филиппы Эйльхард. Раз так, иди за мной, только без резких движений. Я за тобой слежу. Ведьмак, есть успехи? Ты нашел Эйльхард? Ее не было там, где сказали твои люди, но я нашел следы медицинских экспериментов. О, это уже что-то. Думаю, Филиппа пыталась вернуть зрение. Неужели? Пустые глазницы идут ей куда больше. У тебя есть доказательства? Есть этот кристалл. Будь мне нужен блестящий камешек, я бы обратился к ювелиру. Ты должен был доставить мне Эйльхард. Это кристалл мегаскопа. Чародеи, которых ты держишь в темнице, смогут из него что-нибудь извлечь. Ну, хоть какая-то будет от них польза. Не того я ожидал, но... Ладно, ты заработал свои деньги. А теперь извини, мне пора вернуться к делам. Интересно. Ну, карт совсем немножко осталось, но все равно это прилично. Интересно, кто это считается особым существом? Может, воин дикой охоты? Да, потому что гуманоиды 388, здесь написано гуманоиды 387 и воин дикой охоты 1. Значит, это дикая охота засчитывается как особые существа.
дружба, не дружба. Чего ты здесь ищешь, злодей? Здравствуй. Здравствуй, Гер. Будь здоров. Так чучело.